О пропаже ребенка стало известно сегодня в 8 утра. Немедленно по поручению главы Анапы Сергея Сергеева был создан оперативный штаб по поиску пропавшей девочки. Мобилизованы все силы для того, чтобы не допустить трагедии. Рост около 1 метра, волосы короткие, светлые, худощавого телосложения, глаза голубые. Была одета в майку оранжевого цвета с рисунком феи, зеленые колготки, сиреневые шорты и светлые босоножки. В поисках участвовало около 700 человек – сотрудники полиции, спасатели, кинологи, батальон ППС. На помощь вышли добровольцы – школьники, студенты, казаки, охотники, рабочие станции «Русская», жители близлежащих поселков. Дополнительно привлекли 100 курсантов Института береговой охраны. Район поиска разбили по участкам. Прочесывали лесной массив, виноградники, территорию фермы, где живет семья. В 16:30 поиски увенчались успехом. Двое курсантов Института береговой охраны обнаружили ребенка в лесу. Живая, но напуганная, трехлетняя малышка была незамедлительно передана в руки медиков. Анжелина госпитализирована в детскую городскую больницу и находится под контролем врачей.